Коли антибіотик, тоді лактіалі. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Шестеро найслабших кухарів борються за право лишитись на кухні «Мастер-шеф». Время пошло! Вони мають одну годину, аби приготувати вишукану страву з баранячих очей та набору інгредієнтів, що дістався їм від сусіда. А що взагалі з глазами треба робити, є-моє? Я на них говорю, смотрите на мене, але вони смотрели на мене, але я їх не розумів. Або я не хотів зрозуміти, що вони мені хочуть передати. Що мені з тобою робити? Розрізай, першу розрізай, Артурчик. І ти просто подивись, яке воно внутрі, що воно дає, чи є там якесь м'яско. Цікаво, чи здогадаються вони, що головна особливість ока – це схоже на хрящ консистенції. І що око треба просто злегка відварити, почистити, щоб лишився один білок, подрібнити, та й все. Ой, та хоч лизни, яке воно. Вкусно? Нікакое. Это і хорошо. Фу. Виглядело все мерзко, гидко, і коли його пытались представить только, что из-за рецептуры будет. Вот кроме вот такого движения никто ничего не... Весь балкон был именно таким. Не, короче, его резать не стоит, походу, мне кажется. Кого? Его резать вообще нельзя. Я решил одну штуку взять и пожарить, чтобы посмотреть, что из этого получится. О, стреляй, я уже пережарил, да, ё-моё. Он не пережарил, оно лопнуло. Это был знак на то, что Артурчик жарит их и не стоит. Короче, его сварить только надо. Теперь ты будешь его только варить, потому что мы проэкспериментировали. Эксперимент, сейчас взорвемся здесь, походу. Все растерялись, потому что продукт деликатный. В этом, конечно, было очень тяжело. Никто не знал, как это готовить, никто не имел с этим дела. Сейчас сварю его и посмотрю, что он как себя будет вести. Ё-моё, я их и сырые ела, и варила один раз, один глаз отрезала, бросила довариваться. Не, варю, а она одно и то же, что ж варить им? Блин, я его проживать даже не могу. Он как вот, не знаю, желе, что ли. О, как рыбий жир, вот, в капсулах и со зрачком. Не жуется? Значит, переварился, значит, передержался. Его просто, наверное, вот обланшируют быстренько. Нет. И все. Олежа, а если масло сделать много, типа во фритюре, не? Что? А если типа во фритюре? Оно лопнет, не надо. Лопнет? Там нужна деликатная обработка. Или слегка отвариваешь, или на пару его. Я закипятив воду и закинув, и они мене там 7 минут полежали. Потом я дальше расколупав, там такий був якийсь такий кружочок біленький такий. Сразу понял, что его, наверное, надо все выкидать. А час впливає. Уже прошло 10 минут. І учасники мають якнайшвидше збагнути, що саме вони готуватимуть. І що з таким набором продуктів дебільним? Пасту, що ли, зробити? Ні молока, ні сливки, ні загустити чим-то соус. До речі, в Колумбії баранячі очі готують з гарячим шоколадом. А суп з очима – ідеальний рецепт від похмілля. Дуже гарно знімає головний біль. Пасту, для пасти яєць нету. Пасту сделать? Пасту с глазами, с овощами. Ну, яиц нету, нету яиц. Наташа, под... Олега хорошенько на продуктах. Даша! Шо, ягела? Рыба, ты шо взяла? Я никогда в жизни эту не разделывала. Я даже без ножичка получилося. Ну, мне всралось сейчас. А що ти хоч за рибу взяла? Ну риба така річна, ну лінь, ліньок, лінь. Ти тут, короче, пройшло 40 минут мого конкурсу. Я реально минут 40 просто філірувала рибу. Тут костей, твою мать! Понимаешь, что, короче, вот есть рыба, филе, тебе есть кости на брюхе, тебе есть кости вот тут вот, и вот тут вот такие такие ряд непонятные, вроде кости, а вроде не, и вроде не вытягиваются, понимаешь? Ну я их тупо раз, я уже и так ту филеху, и так, я их уже смочила, помыла, налила водичку, поставила водичку на стол, значит, нормально, у всех вот так вот гуляет поверхность, даже водичка на столе стоит, даже рыбу вынимает. Я думаю, блин, куда еще круче, может встать?
А что Даша встала? Она сейчас оттуда. Я реально беру, встаю, я стою в лодке. Ну ты прикинь, я посреди воды держу поверхность, тут продукт, я стою в лодке. Просто потому, что мне чуть-чуть ножка затекла. Одна, лево, чуть-чуть на пяточке, серьезно. Я просто решила встать. Опасный момент. А что Даша делает? Капитан. Думаю, сейчас она выпадет, реально. Ну так, смотря на лодку, такая лодочка толщиной издалека. И Даха стоит такая, о. И слышу, так, зелень, угу, масло, лимон. Бататик, морковочка. Цветнушка. Потом такая, так, села. Так, поплыли. Я вижу, что на катере такая. Поплыли, раз. Сокола, смотри, как катер. Барракуда. Да. Энджел, сейчас я тебя протараню. Воу-воу, течение полегче. Течение. Там течение тебя не сдувает, я думаю. А она пошла против течения. Там больше пострадает течение, по-моему, чем... Там хуже течение. Там течение, воу-воу, цокола, полегче. Цокола на другой берег наметилась или что? На Турцию там куда там она хочет. Я, значит, подплыла. Мало того, что у нас были эти цепи, я тупо намотала одну цепь на руку, чтобы ну, поверхность никуда от меня не убежала. И так раз, два, на колени, раком на всю поверхности, локтем держу поверхность, то есть руки могут работать еще то, что локоть стоит. Він держит поверхность, а никуда от меня не бежит. Давай, давай, Дашка, давай, давай. И все, я работаю. Беру ножичок так. Томат по кругу, попку подрезала, значит, томат по кругу, динь-динь-динь-динь-динь, обкромсала. И сижу и просто перечень в голове, що складається соус вірш. Це буде, да, філе вот этой вот рибки, соусом вірш і якісь бланшировані овощі. Боже, у мене штани, гля, висять вообще. Чи я жупа похудела? Посмотри. Та ні, ну розтягнулась просто. Не розтягнулась? Угу. Аж спокойно. Я сказала, бурцве, ти так похудела круто. Так ти жирєш все, що можна. Посмотри лучше, он, что люди делают. Затихли. Затишье перед клёвом, да? Да. Цих мисок тільки сюда було пакувати. Кидай балаш за борт. Я їх зараз поскидав в воду, серйозно. Зачем їх тільки сюди треба було пакувати? Ой, рвет Любаню. В общем, начали ми з ризотто. Приготовление ризотто, сыпется рис, да, и открывается вино, понятно, что это ризотто, то есть это очевидно. Вот этот вот звук рассыпающийся, ты понимаешь? Это настолько как бы запоминающийся звук, что его, я думаю, знают все. Мы занимаемся ризотто. Очень характерные звуки. Пока рис у нас там обжаривается, мы сделали вот этот чпок. Оп, слава богу. Дальше мы шелестим луком, режем так, чтобы им было понятно, что это там на бульон. Можно пластырь? Чуть-чуть зацепило, просто чтобы крови не было. Все, спасибо. И в конце, естественно, пармезан. Звук пармезана. Понятно, что мы это все уже затянули пармезаном и сливочным маслом. Мы останавливаемся, короче, на четырех блюдах. Мы выбираем в итоге омлет, мы выбираем шницель, мы выбираем фиш-н-чипсы, мы выбираем карбонару. Давай начнем с омлета.
Это быстро, просто разбиваются яйца, колотишь, жаришь и все, больше ничего делать не надо. Мы делаем омлет. Туда бьем 2 яйца. Это слышно, ясно, понятно. Заливаем воды, заливаем так продолжительно, чтобы было слышно, что это не что-то другое, а конкретно вода. Мы записали, как сыпется солька. Мы записали, как венчиком колотится яйцо. Картошка. Начинайте вот это вот тут. А ну. Вот сюда. Зеленый. Так, сюда. Вот так. О. О. Вот молодцы. А нема картопли. Нема, о, значит, кедр. Одна штучка. Значит, кедр. Да. Як пайлом вообще такая мелочь? Я понимаю, если на эту мелочь нам отдаст, то ты шо, нафига мне такая картошка? Ну реально семечки. Я такой, фух, вижу там куст большой куст, там. Я ну так. Я вот так вот рандомно, короче, выкапывал. Дядя, бери самые сладкие кусты, слышишь? Да слышу. Ну, дома, наверное, никогда не копали, да? А. Нет, что, когда-то копали. Что, видно? Ой. Ой. Ой, боже, бабушка, как ты моя в детстве копала это все. Я выкопал пару кустиков, у меня же спина болит. А как они в возрасте копали 20 соток огорода? Просто респект. Серьезно, просто респект. Все, есть ведро. Все? Короче, мы накопали картошку, и она такая говорит, забирайте ее. А может, еще и огурки? Ну, идем в огурка, как есть, выбирай. То огурки, ты что? Ой, все, иди. Такие аккуратно вот так. Ты знаешь, как взорвать? Во, рви. Диви, як ти мені гудину вирвеш, так я тебе вирву. І не стрибай по гудині. Ідем туди до хати. Йдемте. Все. По гудині мені це чись. Я? Ну, звісно. Вибачте. Побігла ж корову день. Заходжу в коровник, а там вже Андрюшка сидить під коровою. Ну, думаю, вдвоєм швидше вже надоїмо. Нашов коровку з самим великим іменем і почав встановлювати контакт. Так, а що тебе хвостик ніхто не розчесує, да? Як же його зав'язати? Коровки имеют свой характер. Каждая сама по себе особенно, и важно этот характер понять, подать себя хорошо, чтобы она не видела в тебе какого-то, какую-то опасность, какого-то врага, может быть. Стой, стой. Ой-ой-ой, ты куда? Что такое, красавец? Вот так, вот так. Я тебя не побеспокою, давай. Нет, красавица. Давай, моя рыбка, умничка, моя ромашечка. Прекращай уже. Я люблю коровок, у меня были коровки. С ними надо ласково, но они не всех подпускают, ой. О, давай, пошло. Ой, ну, пожалуйста, не трогай меня. Уже мою квитку. Воздухом макияж мені, конечно, корова поправляла хорошо. Я ще цвіточка вліпила, така думаю, буду в тренді тут в цьому сільському. У той час, коли я вже працював в W, я вже працював як виконавець. А що саме ви там робили? Це був корейсько-японський ресторан. Там я вже займав позицію асистента-менеджера, управляючого людини, яка повністю робить всі процеси. Ви вивчили якийсь гарний рецепт кімчі? Кімчі, так. У мене є дуже смачний рецепт. Також бім-бім-баб. Це взагалі космос. Бім-бім-баб – це космос. Після W я поїхав до Бахрейну. Бахрейн. Бахрейн. У Бахрейні більше грошей, ніж у Дубаї. А де саме ви працювали у Бахрейні? Дивіться, в Бахрейні це був merchant house ресторан, готел і ресторан, це був бутік ресторан, це був верхній поверх, це сад на дворі, це дуже красиво, це дуже смачно, англійський шеф, європейська кухня з ф'юженом. Потім я поїхав до Катару, я працював у Wolgan Pak Cut. О, вау!
І півроку пропрацювавши, мій друг мене затягнув, котрого я знаю, затягнув мене. І куди, як ви думаєте, він мене затягнув? Він мене затягнув в Ірак. І ми працювали на королівську сім'ю в Іраці. З дна підіймали готельно-ресторанний бізнес людей, які навіть не розуміли, як потрібно зберігати алкоголь. Що алкоголь і м'ясо не може зберігатися разом. Що все повинно бути чисте. Мені більше 10 років люди кажуть, піди щось приготуй, хай вони побачать. Ну що ж, побачимо, що ви нам приготували. Насамперед, дуже важкий час. Дуже важкий час зараз, і всі знають про то все, і багато ресторанів закривається. І той формат, який я показую зараз для вас, це фастфуд, той формат, який важко знищити. Це цікаво, це не банально. В цьому є якась душа. Людина, в якої такий величезний досвід, про який ви розповіли, може приготувати сендвіч, піцу, шаурму, але це має бути найсмачніший та найоригінальніший рецепт. Без жодних напівфабрикатів, все власноруч. Хліб ви самі випікали? Ну, не було сьогодні часу випікати. Як мені оцінювати хліб, який ви самі не випікали, дорблю, який ви ніяк не обробляли, і загалом страву, яка не є оригінальною? І в мене була ідея. Я хотів зробити ліпьошки, які я роблю в походах для своїх друзів. Але чому я це не зробив? Бо там тільки знають. Дякую велике. Дякую за вашу увагу. А там коробка. Уяви, що в нього? А під коробкою коробка. А за деревом дерево, а за деревом дерево, а за деревом ліс чи як там, а ні, там ще дерево. Тут щось аналогічне. Відкриваю я коробку, а в коробці багато маленьких коробок. Боже, як подарочок. І смотрю, рулончики там, фольга, пергаментна бумага, перчатки, пакети-слайдери. Все бегут в холодильник, набирают себе продукты, прибегают, и первым делом все начинают делать себе посуду из фольги. Когда здесь готовим блюдо, у нас все завалено посудой. 10 сотейников, 10 кастрюль, сковородок. А здесь у нас ни одного сотейника, ни сковородки, ни кастрюли. И такие типа, ребят, ну вот, пожалуйста, фольга, мастерите себе. А то, извините, клиник уже сдолбался тут мыть за вами, перемывать по 2 часа посуду. Я ж положила эту проволочку, на проволочку фольгу, значит, придала ж эту форму, чтобы у меня была кругленькая. Завернула бортики, сделала такие края. Сделала одну кастрюльку такую, такую сковородочку, вторую сковородочку сделала, третью. Лепка из глины, оригами, из фольги, наверное, никто ничего не делал. Вот, пожалуйста, можем давать мастер-классы, как делать с кастрюльки, сковородки из фольги. Також я одразу з дроту зробив собі мішалку, називаємо це так, вінчик. Вінчик стояв під столом, а вінчик один в руках був. А, ще як я ложку зробив, я взяв, на секундочку, взяв дріт, зігнув його, якби, і зробив петлю, і тут зробив ножку, отако, не знаю, це показати. Петлю зробив, і тут таку ніжечку зробив. Відповідно, потім взяв фольгу і в формі ложки її закріпив на оцій петлі. І в натурі вийшла ложка, зручна. Так, хто жарить? Хто огонь? Огонь! Іра, огонь! Іра, Іра! Що? Ротен ділай! Давай. Пройшло 10 минут. Где? Почему не стоїть тарталетка? Почему не работает отут? Я нагрёб продукты для всех блюд, вот, на одну поверхность. И типа начал типа резать на одной поверхности. А что вы нарезаете на филе окуня? Не на филе. Ой. Он начинает блюдо готовить не на той поверхности. Дисквалификация! Тут мы працюємо тільки с филе окуня. Саша, налево.
Я ж вот этот момент провтыкал, там, где блюдо рыбное, начал резать свинюку. Сашко, вы дисквалифіковані на 2 хвилини. Та сядь, отдохни, малой, иди присядь. Я сел, думаю, типа, это жестко прям. Тут нужно, ну, типа, реально каждый свой шаг просчитывать. Просчитывать на 4 шага вперед то, что ты делаешь. Ну, типа, как ни крути. Да вы проиграете, красный, я же вижу по глазам, понял? Ё-моё, ну с самого начала только, ну каким образом уже можно было так напортачить? Ты меня извини. У вас ничего не получится! Вадя вырывается максимально. Время летело моментально, я был как суперсоник, просто с этим сыром, ну просто вот так видел, натер этот сыр, короче. Вадя, красавчик! Сыр готов! Брат, туда побежи, смотри на меня, возьми нож! Возьми нож. Паша уже раскатал это тесто, пока мы там вот это делали. Паша раскатал тесто. Говорит, вырежь мне вот такую полоску. Я стал шмяк-шмяк, полоску вырезал, оставил. Все, брат, возвращайся, я выхожу. Вот это мне нравится, вот это весело, вот это жирно. Ира, поставишь тарт, печься? Да. Я кидаю тарт в духовку печься. Следующим мне нужно, получается, сделать швейцарскую меренгу, поставить. И я включаю весы, начинаю отделять белки от желтков, и тут... В смысле? Что я сделала? А чего вы желтки от белка отделяли? А на швейцарскую меренгу. Это не ее процесс, это должен был делать Паша, потому что он тесто делал. И Владимир не дремлет, звенит свой свисток, нарушение правил. И это удаление. На 2 минуты ее на лавку запасных.